магия. Настолько обаятельная, настолько открытая. Вот эта искренность, она и подкупает. Через 10 дней съемки надо быстро подумать и сказать. Мы так сели с мамой. Ну, чё, говорю, будем? Я говорю, ой, не знаю, страшно. Ну, интересно. Наши отношения сложились уважительно. Я все, ничего плохого не делал, даже ребенок у нее не от меня. Нас познакомила лучшая подруга. И я тогда даже не знал, то, что это Пелагея. Она показалась очень нежной. Она вот такая воздушная. И хотелось ее просто взять, обнять и никуда не отпускать. Я абсолютно восхищаюсь мужем своим. Я все время думаю о том, что у меня муж герой, значит, я тоже герой. Пелагея. Счастье любит тишину. Премьера завтра на Первом. Мне безумно повезло. Мне выдали вот такую жизнь. Я должна отработать ее для Вселенной. Я должна принести.